Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте, у микрофона Шахадатса Ибназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова с вами поговорим о том, что важно. Суицид среди мужчин на юге Таджикистана вызывает обеспокоенность среди экспертов. Самоубийство является сложным явлением, неразрывно связанным с социальным и семейным укладом. Люди сводят счеты с жизнью во время психологической депрессии вследствие тяжелого экономического состояния в стране. Развал экономики и высокий уровень безработицы являются формами социального давления, которые способствуют совершению самоубийств. Тему продолжит Амонджон Мухидинов из Хатлонской области. Анвару 29 лет, сейчас он находится под наблюдением психолога общественного центра, действующего в городе Кургантюбе. Анвар несколько раз предпринимал попытку суицида, близкие, заметив психические расстройства, решили обратиться к медикам. По словам Анвара, во время депрессии у него всегда возникает мысль о самоубийстве. Я хотел покончить с собой, хотя и понимал, что это большой грех перед Аллахом. Я ни о чем не мог думать, у меня не было работы, уровень жизни стал очень низким и с социальной, и с экономической точки зрения. Это подтолкнуло меня к суициду. У Анвара на первый взгляд вполне благополучная семья, жена и двое детей. Мужчина работает педагогом в школе. Сейчас, по сравнению с прошедшими несколькими месяцами, его психическое состояние достаточно адекватное, но он до сих пор нуждается в компетентной помощи специалистов. Аналитики отмечают, что лица с ощущением безнадежности рассматривают суицид как единственный способ решения своих проблем. Многочисленные бытовые проблемы снижают силу воли мужчин, отмечает эксперт Суберджон Давлатов. Прежде всего, я вижу проблемы в сложившейся сегодня ситуации. Бесконечные житейские проблемы, которые надо решать, никак не разруливаются. Тогда мужчины видят единственный путь решения вопросов смерти. Мы часто сталкиваемся с тем, что возникшие многочисленные проблемы очень быстро подавляют мужчин. Когда мужчина не справляется со своей основной обязанностью — обеспечением семьи, то решение вопроса ищет в суициде, говорят специалисты. Прежде в Хатлонской области больше говорили о суициде среди женщин, хотя по статистике, которую предоставили правоохранительные структуры, число мужчин, совершивших суицид или пытавшихся покончить жизнью, гораздо больше женщин. С целью предотвращения таких случаев проводятся информационные кампании среди населения, замечает Бахром Шариф Зуда, руководитель управления внутренних дел по Хатлонской области. В целом мы зафиксировали 69 случаев суицида со стороны мужчин. Это те, кто погиб. В 51 случае до сих пор неизвестна причина. Это могут быть семейные разногласия и раздоры. Раньше говорили, что причина суицидальных попыток — это низкий уровень жизни и бедность. Однако сейчас по этой причине мало кто уходит добровольно из жизни. В рабочие группы, созданные местными властями для проведения информационных кампаний, входят и духовные лица. Им народ доверяет больше. Они объясняют отношение ислама к суициду. Думулло Усмонали Нуров, заместитель муфтия главной мечети города Кургантюбе Хатлонской области, говорит, что ислам категорически запрещает все виды насилия, в том числе и насилие над собственным телом. По исламскому шариату самоубийство не дозволено, это харам. Наш пророк Мухаммад говорил, что самоубийц ждет страшное наказание в аду. Человек лишает себя возможности покаяться при жизни и обрекает себя на муки после смерти. Психологи же говорят, что лица, совершившие самоубийство или же пытавшиеся совершить суицид, находятся в сложном психическом состоянии и не могут регулировать свои желания и мысли. Для них единственным выходом из сложившейся ситуации представляется расставание с жизнью, подчеркивает психолог Рухшона Шаимова. Когда к нам обратились по поводу мужчины, который пытался покончить с собой в Ахшском районе, мы, изучив этот случай, пришли к заключению,
что мужчина таким образом хотел освободить себя от ответственности. Он находился в тяжелом психическом состоянии. Сила воли и сила к жизни у него пошатнулись на тот момент времени. В Хатлонской области по официальной статистике за последний год было зафиксировано 69 случаев суицида со стороны мужчин. Это на 10 случаев больше прошлого года. Среди них есть и 70-летний пожилой мужчина, однако больше всего молодых ребят, при этом не все совершившие суицид, являются душевно больными. Активисты гражданского общества называют причинами суицида социальные проблемы и низкий уровень жизни. Эксперты уверены, что приостановить быстрый темп роста случаев суицида среди мужчин в Таджикистане можно путем усиления рычагов социальной защиты государства, искоренения безработицы и обеспечения достойной оплаты труда. Репортаж подготовил Амунджон Мухиддинов, Хатлонская область. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44 640 10 11. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была Шахада Цибназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете www.iwpr.net или www.kabar.asia. А также на Фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку IWPR Таджикистан. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова с вами поговорим о том, что важно.